Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Не понравилось мне, как выглядят мои огурцы в виде рассады, поэтому решила повторить посев своими семенами. Делаю то же самое, что и в первый раз. Удобно вот намечать так с ограничителем. Значит, исправляю свою первую ошибку. Наполняла кассеты чисто биогумусом. И что у меня получилось? Когда я вынимала рассаду, у меня рассыпалось. С корней ссыпался весь грунт. То есть биогумус, он не скрепляет. Поэтому вот здесь я добавила еще и землю. Просто с грядки взяла землю. Сейчас решила посеять свои семена. Кураж у меня. Собирала я их. Показывала, какой у меня вызрел огурец. Это я буду уже сажать в мешки. Помните, я вам показывала, я собирала всю зиму мешки. И планирую туда высаживать. Вот они, мой кураж, 19-й год. Вот такие семена. И опускаем в каждую луночку по семечке семена. И один рядок на запас делаю. 30 мне надо всего. Также плохо взошли кабачки. Из 9 посаженных 4 только растут у меня на сегодня. Поэтому купила еще. И заодно с огурцами здесь посею. Семена обработанные. Не знаю, то ли они у меня не промочились достаточно. Может, муравьи съели, не знаю. Ну, вот сейчас посажу на крайний вот этот рядок. Так, а еще у меня проблема какая случилась. Дети мне, внуки, опрокинули кашпо, где у меня петунья выращивалась своими семенами. Уже хорошая такая была. Вот они опрокинули мне. Так, петунью не надо заглублять. Ее сверху сеют. Хорошо, что остались семена. Ну, вот я вот так пучками буду. Она у меня, конечно, всходит уже на грядках, но решила еще сюда посеять. Ну, вот так и этим карандашиком заделываем. И также с кабачками поступаю. Да, что еще хотела сказать. Тыква тоже плохо взошла. То ли старые семена. Вот решила я ее вот здесь, в агроперлите, прорастить. Мне много не надо. Посмотрю, что получится. Так, сверху сейчас присыплю. И еще полью. И я затяну вот так пленочкой, чтобы не высыхал грунт сильно. Светопропускание вот этой пищевой пленки лучше, чем обычного пакета. Ну, обычной пленки такой. Ну, всем пока-пока. Хорошего настроения, хороших урожаев. Не болейте, будьте здоровы. Забегайте.